Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз Хрисис увидит не беззащитное дитя. Все ясно. Предупреждение. Вы все умрете. Похоже, убийство это у вас семейное, о, хозяйка орла. Не смей говорить про мой род, змея. Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь, вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Делец должен был привести ее назад ко мне. Но ей все равно не скрыться. Она родит нам еще детей. Что ты сделала с моим братом? Я спасла ему жизнь, научила страдать, чтобы он познал боль и встречал ее, словно старого друга. Теперь он заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала его? Он был ребенком! Научила выживать. Мир жесток. Будь сильным или умри. Я дала ему силу. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила! Мир — это боль! Но Деймос с ней справится! Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймосу лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяйка орла. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ хотите погубить Грецию! От вас одни страдания. Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твой брат. Я докажу тебе. Мой сын! Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере, выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спасла. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. Не уверена, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что брат давно мертв. Нельзя отпускать Хрисис. Я убью ее. Помогите кто-нибудь. Помогите мне. Тише. Скажи, что случилось. На нас напали в лесу. Мой муж хотел защитить нас. В лесу, говоришь? Мне казалось, в лесах Аргаса безопасно. Они забрали еду и лошадь. Хотели схватить меня. До сих пор слышу их хохот. Это ужасно. Хохот? И на вас напали, чтобы забрать лошадь? Да. Если твой муж остался там один, долго он не продержится.
Прошу, у меня дитя, помоги нам! Я найду твоего мужа и разбойников. Когда ты спасла дитя, я поняла, ты не бросишь человека в беде. Хрисис убила его только, чтобы заманить меня? Умереть от руки величайшей жрицы Геры — большая честь. Он не противился. Теперь в моем совете освободилось место. Ты еще можешь примкнуть к нам? Все кончено, Хрисис! Ты причинила моей семье много горя! Я отомщу тебе за брата! Хорошо. Раз ты желаешь лишь сеять хаос, желаешь слыть убийцей, нападай, дитя! Ты могла бы примкнуть ко мне. Мы могли бы править миром вместе. Отдай мне свою жизнь. Я горю! Помощь! Тяжело. Подлая змея! Я не твое дитя. Я найду мою мать, и мы снова будем вместе. Я все исправлю. Это за мою мать и все разрушенные тобой семьи. Ты Антуса? Я? Антуса? Для тебя я могу быть кем захочешь. Я беру меньше, чем Гетеры, но в постели мне просто нет равных. Значит, ты знаешь, о ком я? Антуса? Много слышала о ней, но не встречалась. Говорят, все Гетеры равны, но Антуса особенная. Ее слово для них — закон. Я еще не встречала Гетер. Не верь слухам. Они торгуют своими телами, как и многие в Каринфе, но это не главное. У них свой подход. Их слова столь же красивы, как и они сами. По-моему, неплохая работа. Ты не хочешь быть Гетерой? Годы уже не те, сама видишь. Пока познаю все тонкости дела, мои клиенты будут мертвы. А где все Гетеры, если не здесь? Они смотрят на нас свысока и не хотят иметь с нами дело. Если ты их ищешь, ступай на холм, как Ракаринфу. У храма ублажают почитатели Афродиты. Храм на вершине Акрокаринфа. Он-то мне и нужен. Гетеры! Где они? Гетер здесь нет. Тогда вы заплатите за то, что нам пришлось искать. Не трогай нас! Афродита, спаси! Да что они творят? Надо им помешать. Павший! Тебе конец! Ты умрёшь! Разорву тебя! Ай-я! Они думают, что храм принадлежит им, злодеи. Воры тут как тут, а Гетер не видно. Гетеры? Они гораздо умнее нас. Они поняли, что всех клиентов грабили по дороге сюда. В Каринфе от людей дельца не спрятаться. Я буду начеку. Он жаждет богатства, мистер. Не только. Еще власти. И если она у тебя есть, тебе конец. Значит, делец, известный в Каринфе преступник?
мастер подпольных сделок. Одной рукой он собирает деньги, другая всегда готова нанести удар. Он зверь, алчущий крови и наживы. Вот он кто. Он преследует Гетер. Ради денег? Все верно. У Гетер много драхм. Вот он и хочет забрать у них все. Пускай лучше воры грабят их, а не нас. Если ты знаешь о Гетерах, знаешь и об Антусе. Я ищу ее. Говорят, она повсюду, но я ее не видел. Но Гетеры видят все. Я видела их у источника Пирене, внизу, у горы. Там они встречаются с клиентами и уводят куда-то. Ясно. Лучше молитесь Афродите дома. А, Кассандра наконец нашла нас. Ты меня знаешь? А ты знаешь ее? Это Антуса. Мы видели, как ты помогла людям в храме Афродиты. Теперь ты наш друг. Слышишь, Икар? У нее такой же острый глаз. А еще о тебе хорошо отзывались. Сюрприз! Феба! Я от Аспасии. Я же работаю на нее. Почему тут? В Каринфе опасно. Нужно было передать Антусе, что ты здесь. Аспасия научила меня слово «эмиссар». Это я. А мы с Кассандрой уже знакомы. Видишь? Все просто. Я буду помогать. В этом городе, где забыли о морали, зверствует убийца. Это тебе не Кефалиния, Феба. Делец, циклопы. Я ведь добралась сюда, правда? Да. Этого у тебя не отнять. Пойдем внутрь, Кассандра. За нами могут следить. Идем же, поговорим. А мне можно? Только помолчи. Тебе сюда нельзя. Что привело тебя ко мне? Алкивиад рассказывал о тебе. Неужто? Ну и? Я ищу женщину, много лет назад сбежавшую из Спарты. Возможно, теперь ее зовут Мирин. Кто она? Это моя мать. Твоя мать? У тебя нет матери. Маркус говорил, он вырастил тебя. Держи язык за зубами. Ясно. Ты получишь ответ на этот вопрос в свое время. Не сейчас. Ну что же, рано или поздно ты расскажешь. Просто поверь мне. Я бы не стала той, кто я есть, обманывая людей. Даю слово. И Кассандре можно доверять. Не пойти ли тебе поиграть? Дай нам поговорить. Да, как скажешь. Договоримся. Помоги мне, всем нам, стать сильнее. Настолько, чтобы избавить Каринф от дельца. Простая сделка, уверяю. Договорились. Мудрое решение, Мистия. Глупец бы не зашел так далеко. Я умею рисковать. Значит, договорились. Что ж, ты слышала о дельце? Если верить служителям, его стоит опасаться. Верно. Его жертвам не хватило внимательности. Но я всегда начеку. Ты неплохо держишься. Еще жива? Пока что да. Но его разбойников хватит на целую армию. Они нападают на всех. В том числе на нас. Он убивает Гетер? Убивает? Нет, пока мы хитрее. Но нам нужно действовать. Помощь нужна не только мне. Мои подруги Эринна и Дамалис тоже в беде. Снова делец? Без сомнений. Отомсти их обидчикам, потом придет его черед. Дамалис здесь, у источника, а Эринна пошла в сад Белерафонта. Что с Эринной? Она ищет Клио. Другую Гетеру, которая пропала. У меня не нашлось времени помочь. Дамалис рассказала, в чем дело? Совсем немного. Но я знаю этих двоих как родных. Что-то не так. Попробую им помочь. Хорошо. Делец платит своим людям деньгами, полученными от контрабанды оружием. Ему это выгодно, ведь идет война. Если прервать поставки дельца, его люди останутся без еды. Точно. Отправляйся на его склад в порту Лихайона и сожги груз. Весь груз. Об остальном позаботится Хаос. Лишим его главного источника прибыли,
у нас будут неприятности. Хочу проверить в деле своих новых наемников. И потом, он понимает лишь язык насилия. Немало людей на нем разговаривает. К чему грабить бедняков, если у него свое дело? Пусть незаконное, но зато приносит прибыль. Контрабанда тоже прикрытие. Он похищает рабов, их убивать нельзя. А его людей сожги. Тогда пусть его склад сгорит. Так ты поможешь нам, Мисте? Вряд ли ты работаешь на дельца. Я бы не стала это скрывать. У тебя проблемы с дельцом, да, Малис? Возможно. Мой постоянный клиент изменился. Он был достойным человеком, но сейчас... Похоже, достойных людей в Коринфе немного. Мне нужен кто-то, кто сможет узнать, почему он изменился. В чем причина? Он тебя пугает. Он задает вопросы, а я не могу ответить. О деньгах. Где мы держим драхмы? На что Антуса их тратит? Можно подумать, мы аристократы. Антуса не может помочь? Ну уж нет. Я не подставлю других под удар. Потом он придет и за ними. Скорее всего. Ему нужны ответы. А каким он был раньше? Навязчивым, но не пугающим. Он всегда предпочитал, чтобы вместо него говорили деньги. Похоже, что-то придало ему смелости. Посмотрим, что он мне расскажет. Если он не шныряет здесь, то сиди дома. Ты с ним поговоришь? Да. Мое копье обычно развязывает людям язык. Даже упорным. О, вот и ты! Тише. Что ты здесь делаешь? Решила помочь Дамалис управиться с ее безумным клиентом. И то верно. Ты пригодишься. Вот, мой хитрый план сработал. Я подойду к клиенту Дамалис и поговорю с ним. Я была тут, подслушивала. Он бормотал что-то под нос. Странный. Но, может, его слова тебе помогут? Что там? Так, сейчас. Он говорил что-то о встрече у свинарника Феи. Сегодня. Это полезно? Может быть. Что за встреча? Он должен забрать документ о праве на землю, кажется. Это интересно. Что еще? А, он назвал имя. Динамен. А кто это? Хорошо. Спасибо тебе, лазутчица Феба. Неплохо, а? За дело. Запоминай. Я его отвлеку, а ты проберись в дом и обыщи там все. Я не подведу. Славно. Если заметят, беги со всех ног. Потом встретимся, хорошо? Я готова. Идем. Я тебя знаю? Нет, но я знаю тебя. Если тебя прислал Мирон, передай, что я заплачу. Сегодня вечером. Я не от Мирона. Нужно поговорить. Я знаю, ты что-то... Что-то? Не понимаю, о чем ты. Тебе меня не подловить. Свинарник Феи. Ты сегодня там с кем-то встречаешься. Откуда ты знаешь? Неправда? Все не так. Ты получишь документы. На землю. Уж не знаю, для чего. Лазутчица, что еще ты знаешь? Выкладывай! Динамен будет зол, если ты не придешь сегодня навстречу. Как? Что тебе нужно? Я знаю про Дамалис. Ты ее клиент, и ты что-то замышляешь. Я люблю ее, пойми, всем сердцем. Но она тебя боится. Лучше я, чем другой, более беспечный. А не послушаюсь, меня убьют. Это не любовь, а слабость. Можно подумать, я не знаю. И он это знает, вот и заставил меня. Кто тебя заставил? Я больше не буду. И мне жаль. Ладно, Хайре, старик. Посмотрим, что тут. Так, что это значит? Что это? Кошель? Вещи у него так себе. Зачем богачу этот мусор? Вдруг ему только заплатили. Такую кочергу я уже видела. У него нет очага. Зачем она ему? Это оружие или орудие пыток. Факиди один тип я орудовал. Здоровый. Вроде дельца? Делец и был. Прочитай письмо. Жуть. Написано, ослушается, пожалеет. Я так и думала. И еще.
Он должен привести Дамалис в один дом в Каринфе. Вот, смотри, что это за место? Не знаю, но я разберусь. Я с тобой. Не надо. Иди к Дамалис и жди меня там. Ну, пожалуйста. Ты сделала достаточно. Это опасно. Я найду тебя позже. Ладно. И вот еще. Держи меч. Он из его дома. Ого! Ты хороший вор. Масло? А зачем они тут? Малака, что это? Прядь волос. Смутно знакомый запах. Ага! Ах ты, проныра! Кто тебя прислал? Что ты здесь делаешь? Я хотела помочь. А ну не лезь. Феба, беги. Больше ни шагу. Смотрите, кто к нам пришел. Хочешь порки? Делец-то мигом устроит. За это он будет гнить в Тартаре. Ханжа, мы в Каринфии. В комнате для утех можно все. Главное, чтобы делец был доволен. Ты болен, как и он. Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу. Я скажу, что ты пришла сама. Это я тебе уделю особое внимание. Ты сдохнешь. Права. Умри! Кассандра! Твоя подруга уже тут. Вернулась? Да, я срезала дворами. Прости, Кассандра. Ладно, ты хотела как лучше. Я хотела пробраться, как тогда? Тебе повезло, учитывая, что я там нашла. Что случилось? Я побывала у дельца в комнате для утех. И ты могла попасть туда же. Нет. Да, твой клиент привел бы тебя туда. Вот что мы нашли. Что это значит? Что делец добрался до него. От него нигде не скрыться. Но теперь я знаю, как с ним справиться. Я знаю его планы. Он тебя больше не тронет. Он обещал. Значит, мы можем тебе доверять. Меня так просто не напугаешь. О, Афродита! Скорее бы вернулась к Лио. Зачем призывать богов, когда к твоим услугам их посланница? Откуда ты знаешь? Антуса просила тебя помочь. К Лио, одна из девушек утром не пришла на молитву. И дома ее нет. Я могла бы ее поискать, но вряд ли справлюсь одна. Ее могли похитить. Я спрашивала. Один клиент видел, как ее вели на корабль. Люди с оружием. Он не стал вмешиваться. Я щедро заплачу, чтобы ее вернуть. С оружием? Где этот корабль? Я верну Клио. Вот. Об этом корабле говорил клиент. Прошу, спаси Клио. Тихо! Будет еще время для песен! Всем навались!
Противник близко! Готовьтесь! Малака! Они идут прямо! Назад. Я хочу тебя спасти. Спасти? Ты преступница. Убери нож. Мы не враги. Ты это о чем? Эринна прислала меня, чтобы спасти тебя от этих людей. Эринна? Я наняла этот корабль, чтобы меня увезли из Каринфа. Так ты в бегах? Почему? Ты не знаешь, как делец обходится с людьми. Это ужасно. В Каринфе мне не скрыться. По всей Греции бушует война. На море ты в такой же опасности, как и в Каринфе. Мисти, прошу. Мы шли к Миконосу, там безопасно. Помоги мне, и получишь деньги, что причитались команде. Антуса тебя защитит. Мы возвращаемся в Каринф. Там твой дом. Что ж, у меня нет выбора. Но знай, я против. Клио! О, ты не ранена! Я молила Тюхе уберечь тебя. Я цела, цела. С тобой хорошо обращались? Я обещала этой миссии месячную плату за твою сохранность. Правда? Ну да. Все ради сестры. Спасибо, что вернула Клио. Вот, прими в благодарность. Удачи вам двоим. Вот это место. Пора сжигать груз. Готово. Беги. Эй! Прошу! Сюда! Я этого не забуду. Никогда. Подойдите.
Важно в бою, как все спартанцы. В этом мы похожи. Я видел, что внутри были люди. На складе сейчас никого. Людей я увела. Хороший солдат выполняет приказы. Идеальный знает, что делать. Спасибо. Я Кассандра. Скажи, кому мне сказать спасибо? Я Брасит из Спарты. Ты недавно в Коринфе. Тоже лазутчик. Излюбленная тактика спартанцев? А, куда без нее? Похоже, в Коринфе иначе никак. Гетеры Антусы следуют за мной повсюду. А, Антуса. Мы не сошлись, но враг у нас один. Делец? Мы не можем договориться, как именно его убить. И Спарте делец успел насолить. Что ты о нем знаешь? Его оружие разит издали. Коринф теперь един со Спартой. Наш долг защитить их. Тогда объедини усилия с Антусой. Она хочет убить дельца у всех на виду. Спарта хочет действовать тихо. Не расскажешь подробней? Сейчас делец правит Коринфом. Я хочу сместить его, избежав бойни. Убив его и его людей, ты все равно устроишь бойню. Другие методы не действуют, поверь. Почему? Мы схватили его людей, вооружили горожан, настроили полис против него, но ничего не вышло. Осталось лишь одно. Быстрый удар клинка. Подойдет. Заманим дельца в священную пещеру и покончим с ним. Когда я покину Коринфию, делец будет мертв. Коль так, Спарта будет у тебя в долгу. И я была спартанкой. Была? Пока меня не обрекли на смерть и не сбросили со скалы. Так ты дочь полководца Николауса? Вся Спарта знает твое имя. И вот ты тут, живая, немыслима. Я выжила и росла одна, пока в Спарте жизнь шла своим чередом. Не держи на нас зла. Коль в тебе есть благородство, прощай, и будешь прощена. Я ищу свою мать, Мирин, и помочь мне может лишь Антуса. Да, Мирин. Скажи, а ты ничего не знаешь о Мирин? Я знаю, что с такой трагедией не справиться в одиночку. В ту ночь она покинула Спарту, но Мирин не забыли. Хотя она этого хотела. Ты знал Николауса. Славный полководец, упрямый спартанец. Награжденный за преданность. Но он исчез. Тело так и не нашли. Его сочли погибшим. Что поделать? Я не видела его с малых лет. Пути назад нет. Потерявшие путь всегда могут вернуться. И боги решили, что ты поможешь в этом. А облегчить задачу не могли? Мужайся, спартанка. Легко не будет. Прощай, Брасит. Мы встретимся. Я на твоей стороне. Будь отважна. Видно, план сработал. Делец подослал головорезов. Слышала. И еще слышала, что у них ничего не вышло. Это не первый мой бой в Коринфе. И не последний. Мы разделаемся с дельцом в театре. Эту драму Коринф не забудет никогда. Брасит беспокоится, что смерть дельца может привести к беспорядкам. Он хочет убить его, но без шума. Он далековато от Спарты. В
Каринфии мы будем действовать так, как принято у нас. Я поддерживаю Брасида. Убьем дельца в священной пещере. Уговор был другой. От дельца нужно избавиться. И он умрет вдали от любопытных глаз. Простая сделка, помнишь? Пусть будет так. Встретимся в священной пещере. Так это ты, полубогиня зловонных улиц Каринфа. Режешь моих людей, помогаешь этим грязным тварям. Ну да. Ха-ха, надменно, как и твоя мать. Ты не подчинишь себе, Каринф. О, подчиню, не сомневайся. Убери свои... И когда это случится, я отправлю твою голову культу как доказательство. Что? Ты знаешь? О, да. Я знаю твою мать. От нее были одни беды. Но я отплачу. Покончу с тобой и принесу этой дряни твою отрубленную голову. Жаль, Деймос этого не увидит. Скорее я заберу твою. Прочь из моего города. Он уже не твой. Пицца? Со мной? Ты в своем угле? А! Жаль, не увижу, как Деймос сломает тебе шею. Насмешил. Стой! Нет! Люди Каринфа должны увидеть его смерть! Антуса! Его обязательно нужно отвезти в театр! Пусть все увидят его трусость! Нет. Нужна его жизнь. Получи. Но никто не увидит, как он истекает кровью. Никто не услышит его криков. Он мертв. Дело сделано. Твой ход. Ха. Да. Ты права. Он мертв. Отнесите тело на площадь. Пусть люди взглянут на него в последний раз. Ну что ж, Кассандра, я у тебя в долгу. Мы поговорим о твоей матери, но не здесь. Не знаю, как тебя благодарить. И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду, ведь это он тебя прислал. Он умнее, чем кажется. Он знал, что ты сможешь спасти Каринф. Это в общих интересах. Все выигрывают. Оказывается, с тобой приятно иметь дело. Кстати, о деле. За тобой долг Антуса. Да, Мерин. Она недолго пробыла в Каринфии, но успела восхитить меня, словно буря. Я хорошо помню это в ней. Сильная, одухотворенная женщина. Она хотела найти свое место в Каринфе,
но не смогла. Ты тепло говоришь о ней. Вы дружили? Да, пожалуй. Но внутри она прятала боль, о которой не знал никто. Как вы познакомились? В ту ночь шел проливной дождь. Она спала на улице, я дала ей кров. Она скиталась? Интересно, что бы сказал отец. Я мало знала о ней. Только то, что она покинула место, где ее жизнь рухнула. Спарту. А работа? Не знаю. Знаю лишь, что она хотела уплыть. Она могла остаться с нами, но, похоже, искала что-то еще. Она говорила о прошлом? А о муже, семье? Нет. Воспоминания причиняли ей боль. Словно она лишилась части себя. Куда она направилась? Этого я не знаю. Она могла намекнуть. Думаю, она сама не знала. Зато я знаю, что она выиграла корабль в кости. Хоть в чем-то Тюхи ей помогла. Помню название корабля. Песнь сирены. Песнь сирены. Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона. Спасибо, Антуса. Да хранят тебя боги, Кассандра. Заходи в любое время. Расскажу, как идут дела в Коринфе. Похоже, нас ждет много интересного. И меня. Прошу пощады! Так, значит, пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем в Аттику и самих продаем в рабство. Увести его отсюда! Я думала, вы работорговцы. А ты кто? Меня зовут Кассандра. Ну, Кассандра, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Я надеялась встретить великого пирата, Ксению. Это ты, не так ли? Льстишь ты умело. Но зачем я тебе понадобилась? Хочу заключить сделку. С какой стати мне заключать сделку с тем, кто убивает моих людей? Мне пришлось. Не могла тратить время на уговоры. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Кассандра. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Она моя мать. Я не видела ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Немало, учитывая, что ты лишила меня нескольких верных товарищей. Вот, держи. Ты умеешь вести дела? Теперь говори. Когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись.
Пора отплывать. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь? Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море. Давно. Она дала мне надежду. Я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Она была пиратом? Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле. С тех пор я о ней ничего не слышу. Спасибо. Я... Запомни, важно не место, а люди. Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины, к Аспасию.